Привет, мы находимся в концертном зале «Метеора». Сегодня у нас презентация альбома «Берга и Амиго». То есть альбомов, у них два сольных альбома. У «Берга» «Допинг», у «Амиго» «Ренессанс». Итак, рядом со мной диджей Буша. Хочу задать ему пару вопросов. Здравствуй, Буша. Здравствуйте. Как настроение? Веселое, нормально. Чего ты ожидаешь от этого вечера? Я жду много народа, много колбасы. Скажи, а правда, что ты в Румынии вот шьешь тапочки? Нет. Спасибо большое, приятного вечера. Давай. Скажи, пожалуйста, как идет подготовка к концерту и правда ли, что вы будете выступать под фанеру, а все остальные приглашенные просто под танцовка? Правда, мы будем выступать под фонограмму. Как бы приглашенные должны были нормально все почитать, но если вы посмотрите, то они бухают вот там за углом. Снимите, пожалуйста, приглашенных, они бездушно бухают за углом. Да, припалили все, конечно. Короче, они готовятся. Надеешься ли ты отбить деньги за организацию концерта? Да как это кисло, вот кто надеется отбить деньги. Деньги вкладывали не мы, а Данила Ди. Поэтому все это его рук дело. Его проблемы. Да. Берг, скажи, вот твой альбом называется «Допинг». Что является для тебя допингом перед концертом? Для меня допинг – это бодрящий бейдж, то есть... Именно вся публика, которая соберется, да, она меня зарядит такой энергетикой, что я просто взорвусь. Правда ли, что вырученные деньги за концерт пойдут на благотворительность, а именно на покупку машины для Амиго? Нет, на самом деле мы решили плантацию посадить. Плантацию фиалок. А машина для Амиго — это всего лишь отмывание денег, то есть банально. Спасибо большое. Спасибо Ивану. Спасибо за Иван. Здравствуй, Данила, как настроение перед концертом? Все хорошо, супер вообще. Нормально, пока еще как бы непонятно. Сейчас будут уже люди, посмотрим все, как будет настроение. Пока готовимся, саундчек почти закончился, все в порядке. Правда ли, что концерт был организован с твоей помощью? Ну, типа такого. Как бы мне понравились альбомы «Берга» особенно, «Амиго» тоже сильный. Поскольку у меня опыт есть чуть-чуть в этом, я решил помочь пацанам. Почему нет? Люди должны знать и слышать рэпчик. Правильно, рэпчик надо двигать. Чего ожидаешь от сегодняшнего вечера? Хотелось бы, чтобы 1000 человек собралось, знаешь, чтобы было жарко. Ну, а главное, чтобы пацаны показали, и это был реально какой-то импульс и приток силы на будущее, как бы резонанс, чтобы реклама разошлась. Это движение, все по чуть-чуть. Спасибо большое. Пожалуйста. Здравствуй, скажи, пожалуйста, как настроение перед началом концерта? Настроение хорошее, готовимся потихонечку, коньяк все-таки дает знать о себе. Кроме тебя, вот из близнецов кто-то придет еще поддержать парней? Да, придет. Придет ЛСД 100%, Бабай под вопросом. Остальные ребята не знаю, Кипы не будет, он заболел у нас, прихворал чуть-чуть, поэтому как-то так. Чего ожидаешь от сегодняшнего вечера? Много-много людей, много слушателей, много зрителей. В целом, все будет хорошо, думаю. Чего? Спасибо большое. Все, счастливо. Здравствуй, скажи, пожалуйста, ты уже слушал альбомы ребят или пришел сюда послушать? Ну да, я и слушал альбомы, как бы, и пришел послушать. То есть хочу посмотреть, как пацаны работают на сцене, все такое, и что они как бы намерены дать публике, энергетику, почувствовать, посмотрим, если они могут что-то. Скажи, пожалуйста, вот как думаешь, треки звучат лучше вживую или все-таки в записи? Не, ну, есть прикол в том, когда слушаешь трек и вживую, конечно, потому что, ну, это ни с чем не сравнится. И когда запись, потому что, ну, не всегда они могут после тебя ходить и вживую петь. Так что и так есть прикол. Главное, чтобы все было на уровне. Спасибо большое. Да, вам спасибо. Ребята, здравствуйте. Привет.
Для вас вот такой вот вопрос. Скажите, сколько вам Амиго отсыпал за то, что вы сюда пришли? За то, что вы записали видеоприглашение, за то, что пришли? Давай я первым скажу. Нифига нам не отсыпали, нифига нам не дали. Мы сняли приглас, дабы, не знаю, поддержать пацанов на ихнем концерте и дабы потянуть наш народ. То есть собственный народ, не народ Берга и Амиго. Вот так вот. Ну ладно, а если честно? Если честно, так и было вообще. Мы сами решили снять приглас. Вообще-то идейка Хилова. Мы уже потянули оператора и вот. Скажите, какой альбом понравился больше, Амиго или Берга? Честно скажу, оба альбома вообще бомба. А больше? А больше оба. Спасибо большое. Добрый вечер. Вечер добрый. Как настроение? Отлично. Материться нельзя, я так понимаю, да? Нет, материться нежелательно. Окей, отличное настроение. Вот скажи, пожалуйста, вот мы проводим опрос. Как ты думаешь, влияет ли опущенность штанов артиста на опущенность штанов гостей? Я так думаю, что нет. Поскольку здесь... А если выступает Данила Ди? А вот это вообще шикарный вопрос, да? Ну, блин, ну, чтобы никого не опорочить, я даже не знаю. Наверное, нет. Чего ждешь от сегодняшнего вечера? Максимум драйва, максимум огня. Ну, и настроение хорошего. А ты уже слушал альбомы, ребят, или пришел сюда послушать? Прослушал и Берга, и Амиго. Не один раз, к тому же. И что ты можешь сказать? У каждого вкусы разные. Мне нравится более лайцовое. Но пришел покачаться и попить пиво. Это не реклама Кишинева, не удалите это. Спасибо большое. Все, давайте, вам спасибо. Добрый вечер. Добрый вечер. Скажи, пожалуйста, вот мы слышали, что многие сюда пришли просто погреться и попить пиво. Ты зачем сюда пришел? Я сюда пришел поддержать ребят наших Берга, Амиго, послушать, какой материал они выдадут вживую, как бы, и нашего Элайра. Скажи, пожалуйста, как, по-твоему, звучат треки лучше вживую или же при записи? Ну, конечно же, артиста лучше послушать вживую, все-таки концерт есть концерт. Запись, там много работы, звукорежиссера. Знаешь, вот что деньги, которые ребята получат за альбомы, за продажу альбомов, пойдет на благотворительность, они вот... Ты купил альбом? Нет, я не покупал альбом, потому что я не фанат их музыки. И насчет благотворительности тоже не в курсе. Чего ты ждешь от сегодняшнего вечера? Отдыха и хорошего настроения. Спасибо большое. Удачи вам. Посетили это мероприятие. Сегодня важный день, поистине важный день. Презентация сразу двух альбомов. Все знают, зачем пришли. Я не слышу. Презентация альбомов Амиго, Ренессанс и Берга. Я бил, я дал оно. Да, голос продал.